Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, а это продолжение партии в Sid Meier's Civilization 6 за Турцию против живых соперников ФФА на семерых. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании и в прикрепленном комментарии. Всегда интереснее смотреть с самого начала. А спонсоры канала, кстати, все серии видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо им большое за поддержку. И всем вам приятного продолжения просмотра. Ну вот это 71 наука, это, понимаете, чисто соседство гаваней. Я думаю, правда, у американца тоже, например, Алексей, есть, предложение. Но у него... А, у тебя еще нет госслужбы? Да, следующим ходом. У меня есть. Так, вырубаем. Так, вот такой. Относится ж к Стамбулу, да? Да. Отлично. Кстати, вот тут клетка улучшена. Вот эти две клетки, видите, улучшены. И три за счет горения лесов. И вот эти леса бы поулучшать. Так, естественно, массовое производство. Для верфей. Дворец Потала. Возможно, дворец Потала строится на холме. А не рядом ли с горой? Случаем, блин, я уже забыл. Где оно? А, рядом с горой. Все, дворец Потала мимо. Давайте, наверное, в каравеллы выйдем. Апну мои галерки. Блин, тут три лучника, тут правительство. Давайте мы, наверное, в монархию тогда. Тут тогда пока стремя пооткрываем, потом... Не, блин, что я массовое производство, что я туплю? Массовое производство мне все равно надо. Потом стремя, потом банковское дело. Три лучника. Нужно. И что я хотел купить посела, да? Следующим ходом я, по-моему, 270, да. Через ход покупаю. Пока отложим. Не знаю, зачем вот так этой фигней занимается. Ну, он, типа, ему на кого-то нападать надо, он не может нападать на мапучи, потому что того плюс 10 за счет золотого века. Золотого века ацтека. Так, это Мачу-Пикчу. Ой, то есть чеченица? Да, чеченица. Проверка, что Петру никто не строит. Ага. Блин. Вполне может раньше меня. Она даже выглядит более построенной. Ну, это фиговый. Блин, жалко. Там Петру, походу, угонят. Двумя и более повышение, одно удовольствие. Нет, я хочу оставить как есть. Да, кстати, а я открыл на учетные банки где-нибудь тут есть рядом. Я союз получу, я увижу, где учетные банки. Ну, типа, я бы тогда в Халепе ускорил, конечно, строительство. Плюс к счету эпоху, потому что улучшил то, что было похерено ураганом. Блин, и у нас нету вообще... научных ГГшек. Промышленная зона на плюс 2. В принципе, можно. Оружейную. Так, кампус. А, вон плюс 2 кампус, кстати. Так, ну я оружейную пока... Почему союз не могу заключить, хотя вышел из госслужбы и все? Что? Может быть, у товарища союза нет. Да, кстати, я уже могу союз заключить. Угу. Так, давайте голосовать. Строим в каком здании? Гавань, наверное? Да, давайте за гавань. А что за гавань?
Ну, плюс 100% к строительству зданий в этом районе. Потому что я думаю, все на море находятся. Да. А по границам? Ну, не знаю, у кого больше всего культуры, давайте глянем. Ну, вообще у всех как-то хреново так. Мне пофиг, честно говоря. Давайте Галу. Что давай? Давайте Галу захват дадим. Новые районы, построенные этим игроком, осуществляют захват. Давайте. Так. Вызвать вдохновение для реформации это я не могу. А это я встретил вообще Самарканд. Это, наверное, какой-то превратился, да. Кстати, это очень клево, потому что я верфь сейчас открою и буду как раз верфи очень быстро строить. Ого. О, давайте-ка мы сходим. Да, там подрубил на Петру Гал. А кто подсказать может на луках после колеса? Что там справа от него? Высыпил? Да. Спасибо. Я тоже сначала не изучал, да. Потом понял, что надо. Алексей, предложение. Америка, предложение. Угу. Отлично. Ты не успел, разведчик сюда бежал. Так, ну я не знаю, что подержу. Ой. Так, у тебя скоро союза? Слушай, я случайно закрыл предложение. Можешь еще раз? Нет. А, ну еще раз справа. Так, ну давайте глянем, где у нас. О, дипломатическая служба реально далеко. Кинул. Только хотел спросить у Лёши, есть ли у тебя аквакультура? Смотрю, в Тарабзоне уже есть. Да. Жилья не хватает катастрофически. Ни рек, ни озер. Да. Катастрофические залияния. Блин, не успел купить посела. Мне кажется, тут Гал забыл про своего этого. Так, слушай, я сейчас куплю здесь рабочего, поэтому этого, наверное, давайте сюда. Блин, а давайте теперь думать, где мне ставить правительственную площадь и пытаться какую-то ромашку делать вообще, в принципе. Ну, видимо, как-то вот с этими городами это надо проворачивать. Но тут все так улучшено, так все жалко. Ну, можно, наверное, вот здесь хотя бы. Блин, ну а зачем здесь? Понимаю пока. Честно, не понимаю. Мне так все жалко вырубать под ромашку. То есть мне бы просто правительственную площадь, видимо, поставить просто, чтобы была, видимо, а не как ромашку делать. Потому что у меня, в принципе, есть соседство для районов. Ну, например, как вариант вот сюда поставить, да? И здесь, например... Потому что я очень не хочу и болото вырубать, и очень не хочу вырубать леса. Иначе у нас нету ни производства, ни еды. Он идет, наверное, гранату захватывать. Ну, у него граната не должна отваливаться.
по лояльности, когда захватит. В принципе, большие города. Не, я бы тут еще стоял. Могут появиться варвары, очень больно будет тогда. Так, а где у нас вторая галера плавает? Тоже возвращать. Ну, то есть я готовлюсь к двум каравеллам. 8 боевых юнитов. У меня их 1, 2, 3, 4, 2 скаута, 5, 6. Может, мне дуболомов поднаделать немного в Эдирне. Ну, или мечников. Самое отвратительное, блин, то, что я не могу ставить районом, но просто нет места из-за вот этой вот офигенной. Да, вещи. Да. Это вот, кстати, тупое ограничение галов. Просто трындец. Так, давайте-ка мы наемников отложим. Я все-таки монархию открою, потому что я монархию не могу ускорить никак. А наемников могу. А наемников я бы хотел ускорить, построив мечников. С карточкой. Но это надо будет делать еще когда в верфи. Ну, хотя посмотрим, я бы строил в Стамбуле после. Гранаду перекупили. Блин, алькасары хорошие эти. Блин, что-то как-то странно у меня тут. Идет поселенец. Просто есть возможность, просто каждый ход покупаем рабочего. Блин, так выдвинулась армия Вильнюса. Или может ниже все-таки ставить тут город? Порох ускорил это за счет оружия. Вот у нас янычары. Каждые 5-10 ходов какая-нибудь случается трешня, и у меня ломаются постройки. То буря, то еще что-то. Хорошо, что ты с оптимизмом на это смотришь. Смотреть могут не только лишь все. Каждый может это видеть. Так, пойду сюда. Ты, Гал, реально забыл про своего посела, ой, этого. Про своего скаута забыл. Блин, Стамбул 15 просто. Сейчас еще Темпло-майор появится, это просто будет... Улетание. Ну, можно не париться по большому количеству городов, потому что у всех проблемы с местом. У меня еще в этом плане не такие уж проблемы. Правда, я его тут еще не видел, как у ребят. Теперь нету проблем у Гала, но у него просто место хреновое. Не знаю, как он там смог в Дуракотере... Это в Дуракотере строилось? Там, наверное, он взял... этого великого человека. А, нет, нету, странно. Так, а что у нас вообще с великими людьми тут? Я вообще как-то игнорирую. Ну, кстати, тоже хороший фото уводит. Опять? Ужасно все уничтожил. Смех. Что такое истерика? Называется, хотел выйти в золотой век. Подожди, но повышена урожайность у 4 клеток. Все нормально. Замечательно.
Каких трех клеток? Пустыни? Которых ноль? А, кстати, Гал, а ты про своего скаута около Вильнюса не забыл вообще? Я смотрю, сколько он там стоит. Он дефается. От кого? Да блин, там не давали мне забрать этот метеор. Стояли юдиты, и на меня напал. От стека. Так, знаете что, давайте я, наверное, тут его обработаю, мрамор. А вот здесь сделаю вот так промышленное производство. Надо просто не стрелять. Строительство зданий тоже увеличивается. Так, с кем я могу мраморами потащить? Ребята, у кого есть двойные ресурсы? Потому что мне, блин, смотреть каждого... Вот, мапучий хлопок. Есть у тебя двойной? Хрен, заходишь один, я, блин. Торгую с кем-то. Короче, если у кого есть двойные ресурсы, предлагайте, у меня есть на продажу. Аналогично. Ну, слушай, отстань, я тут смотрю, угораю. А чё? Может, союз? Или мы оба тут друг друга боимся? Так, лучники нужны, кстати. Норвег, ты бы это... своим. Двух я могу апнуть, и одного, наверное, построить стоит. В каком у меня тут, по-моему, да? Да, юниты в трабзоне быстро строятся. Плюс 6 довольств. Чем вулкан извергается рядом, все лопает. Плюс 6. Плюс 55 еды. У меня Стамбул сейчас до 20 жителей ходов за 8 вырастет. Просто... Ну что тут сделать, лучника? Давайте лучника, потом верфь. А надо ли мне монархия? Я бы в античной республике остался на самом деле. Так, что там я хотел... А, наемников ускорять. Так, это мне нужно, кстати... Так, здесь у нас маяк. Давайте в Эдирне мечников. И... Ставим... Я потом скин этого кину. Кавалерии. Вот, антикавалерийская ближнего и вот это. Я все еще надеюсь на возможность апнуться в Янычар. На 10, на 5. Не хочешь взять? Но мы это, давайте мы... Слушайте, давайте мы в следующую эпоху выйдем, три хода осталось, и сделаем давайте перерывчик. Не хочешь союзик сделать? Привет. Так. А, тут две кар... Ну ладно, давайте пока начну открывать. Тут надо бы поднавыкупать клеток и поднавыкупать еще рабочих, пока не закончился. Я, наверное, монументальность уже в следующем... Я, кстати, не помню, что там следующее, в принципе... Так, ускорили машиностроение. Забираем флотоводца. На один район больше. Мгновенно предоставляет капер. Норвежцу достанется. Да, но я так понимаю, что как раз вот тут для морских юнитов, и тут я как раз буду... Это в следующей эпохе я как раз буду своих берберских этих ребят строить. Стоим здесь. Стоим здесь. Бесплатный экземпляр. Ну, эти... Жемчуг, конечно.
что я никак не дотягиваюсь. Ну, я дотянусь, наверное, когда-нибудь, но все, они все постоянно в четвертом радиусе. Так, тут пошли, наверное, китов попробуем обработать. А, тут мы верфь строим. Покупаем рабочего. А где мои вообще скауты? Я их вроде на автомат поставил, но что-то я их особо не вижу. Так, этот ездит. Этот, о, тут патагонская пустыня какая. Ну, эти вроде на автомате нормально работают. Кстати, с оружейным и с прочим... В Эдирне довольно быстро должно все строиться. Так, мне вот эту клетку надо выкупить, кстати. Так, исследование пока откладываем. А, так давайте наемников откроем. В Эдирне выкупаем эту клетку. Слушайте, я эту Вы тоже. Бегает. Видите, клетки озера теперь офигительные выхлоп дают. За счет. Так, а что-то у меня тут залучено. За счет там Темпла Майора. Кто хочет. Пожалуйста. Да, походу, у меня он достается. Нет, тут есть несколько мест. Я еще говорю, в океане есть места, как минимум две горы соседствуют. То есть можно будет найти, где сделать. Так, давайте-ка вот это вот тоже выкупим, чтобы Вильнусу не досталось. Здесь сюда обработаем. Тут продолжаем выкупать рабочих, пока не закончился золотой век. Потому что, извините, с шестью зарядами очень круто. И пошли, наверное, вот этих рыб обрабатывать. Так, а тут мы пока рака обработаем, который краб. За моральный ущерб. Так, промышленная зона. Стоит ли ее строить, блин? В Трабзоне. Может, правительственную уже тогда? Блин, все равно тут жалко. Может, здесь как-нибудь в тундре? Но тут мало клеток, блин. Ладно, давайте библиотеку пока. Не могу придумать, что там строить. А вы говорите норвежец, крестовый поход? Ну точно. А что там, опять отца к тебе войну объявил, да? Не, а, не нет, мапучи. Нет, у нас с ним, по-моему, дружба на века сейчас будет. Чё мы? Кого мы? Здесь живут драконы. Нет, нет. Убирайте таймер. Да, убирайте таймер, пожалуйста. Давайте 10 минут перерыв. Давайте, наверное, реформу денежного обращения. Наемники открыли. Пошли пока потихоньку в теократию, потому что потом просвещение. Ну и как у нас 75 науки стало? Ну, не так уж и плохо. Не так уж и сильно обвалилось все. Я бы, наверное, Самарканд попробовал. А там Нубия никого не обращает массово? Кто у нее Фес еще? Я бы попробовал Самарканд. Меня что он обращает. Два золота и плюс одно закажет соседний редкий ресурс.
А, это эти торговые. Ну, так можно просто трех туда послать, чтобы. Там он уже меня до этого обращал, поэтому. Наверное, новые строители можно убрать. Ну, нет, зачем такой? Гавани я бы оставил соседство. Но будущее пригодится, мне кажется. Ну, соседство кампуса стоит поставить. Ну, если у тебя другое видение, давай другое, на самом деле, я не настаиваю. Может, это пока убрать? Просто, ну, как бы я, наверное, больше мечников не буду строить. Содержание юнитов 15. Скидка. Что я собираюсь? Наверное, ничего, давайте. Я еще в каравеллы не вышел. Мне нравится. Создайте мне бомбард. Сколько вообще? А, так я следующим ходом выход. Да, так давайте тогда карточку на ап юнитов поставлю. Ого. Так, это мы убираем. Скидка в стоимости на улучшение. И тут соседство кампуса. 87. Нормально. Следующим ходом будем апгрейдить. Так, а где моя... Одна каравелла здесь. Вторая здесь. Следующим ходом апается. Мечники стоят. Не знаю, может мне гранату захватить? Но мне кажется, я все-таки... Вот я гранату по лояльности не смогу удержать. Есть у меня такое ощущение. Так, ну тут пора уже аквакультуру делать. Стоим. В Стамбуле верфь тоже сделана. Ну, тут 8 производства, понимаете? Ну, тут, правда, 2. Тут будет 4 производства. Тут 4. Театралка на плюс 2. Килвакисивани. Блин, хочется сюда поставить Килву Кисивани, сюда театралку. Уйдут, конечно, к сожалению. Ну, Килву Кисивани прикольно этот. 15% тиричный бонус. У нас там 2 торговых. Я могу так раскочегарить деньги. Мне кажется, стоит это сделать. И театралка. Тем более, у нас Стамбул растет просто как не в себя. У нас пока тут пауза, можно хоть что-то подумать. Давайте сюда Килву. Где она, блин? Так. Ничего себе, у Алексея золото заход. Это экономический союз с американцем. Гал-то здесь? Очень мало. Ну, не знаю, что у тебя так. Мало торговых путей. Надо наращивать. Вот. Ты, потому что, мне кажется, не стоило так с кампусами спешить. Важнее было гавани построить, а потом уже кампусы. Зачем тебе вот так прям кампусы были нужны? Великие люди. Планировал выловить хороших и поймал 2 хороших. Один на жилье с... пищей, а второй на библиотеке. Строителя сделаю, чтобы тут убрать все-таки. Ну, жалко их просто. Я хочу убирать именно болото там. Да, к тому же я их уже сейчас поставил. А следующие по плану обычно идут промки. Поэтому после промы гавани просто быстро взлетают в районе. Окей. Ну, опять же, тут мой недостаток. Давайте, наверное, библиотеку, потом мастерскую. Так, с мечниками закончили. Вот я все думаю, тут мне кампусы точно надо ставить. Значит, вот тут он нужен, да? Давайте я поставлю. Плюс 2 всего лишь, но хорошо. И уберем камень. Тоже ускорение. Поэтому давайте тут тоже рабочего. Блин, слушайте, давайте я их куплю вообще. Не, вот тут надо построить именно. А выдирны можно и купить. Пока он будет туда идти.
там торговца надо купить. Пока он будет туда идти, мы тут что-нибудь построим быстро. Хотя что у нас тоже по чудесам? Статуя Зевса. Ну, не хочу, честно говоря. Терракотовую. Терракотовую можно, но когда у нас шпионы есть. Потому что тогда шпионы апаются. Анкарват. Не, жалко убирать там. Ну, давайте мастерскую, ладно. Просто мастерская. Вызвать... Ой, это я, Кати, сделаю, потому что две каравеллы построю. Создать заповедник это вряд ли. Наемники. Так, что там нам Мапучи предлагает? Мед на ртуть. Хорошее предложение. И пройдемся еще по городам по-быстрому. Как мне Стамбул нравится с Артемидой и Темплом Майором. Просто бусечка. Так, Трабзон пока не растет у нас. Ну, все, норм. В принципе, норм. Значит, на данный момент план простой. Выйти в... Так, я ускорю торговлю? Да, я открою торговую республику, собственно, следующим ходом у... Получив две каравеллы, ставлю карточку на плюс 100. Кучу своих берберов делаю и плыву грабить Мапуче. На Мапуче прокачиваемся радостно. Получено достижение неистовой веры. Кстати, даже меняю правительство, в общем-то, на торговую республику. Так, тут плюс 100. Где оно? Вот, создание морских юнитов. Это я уберу. Гавань кампус оставляем. Первый посол, кстати, можно взять. Я ж Келву и Кисева не хочу строить. Каждый губернатор. Да, давайте так и к строительству чудес. А, подожди, древнего мира, средневековье, да, нормально. Тут мы, правда, пока не начинаем строить, но подождем. Так, торговую республику мы открыли. Ой, я могу прям так в просвещение идти, ну зашибись. А надо ли? Как бы мне, по-моему, рационализм не особо сейчас сработает. Ну ладно, можно начать открывать, почему нет? Блин, слушай, там твой конь... Он на камне, очень мне там мешается. Автоматически, прошу прощения, он сам в начале походил. Сейчас я судостроение изучу, он на воду пойдет. Давайте, наверное... Мне вроде деньги не нужны. Сейчас ни на что я апнул все, что хотел. Будем этих рыбок обрабатывать. Не успел тут выбрать в некоторых городах. Ну, капер уже надо строить, что в Трабзоне. Маяк, верфь. Берберские пираты. Так, тут мы пропускаем ход под Килву. А, выдерные у нас будет контакт. Значит, мы берберских пиратов только здесь пока строим. Так, производство не трогаем, потому что пропускаем. Так, ставим кампус. Три хода. Захватывать Мапучи, ну, невозможно, потому что... О, ко мне американец, и
Нубия, ну не так много, правда, это все дает. Кстати, а там Нубия реально может религией? 12 город. Ну, там у Норвегии пофигизм. Наверное, вряд ли. Блин, не хочется тратить деньги пока на выкуп этих клеток, честно говоря. Стамбул. Просто какой великолепный Стамбул. Великолепный век Стамбула. Класс. Создайте две бомбарды раньше, чем сами вот эту можно открывать спокойно. Кстати, мне бы парочку еще этих катапульт. Я хочу отложить пока. Не знаю, пока. А, блин, тут надо было рыбу обработать. Что-то я... Блин, вон там мапуча плавает плохо. Если я к нему приду грабить, он там тоже будет куролесить. Америка строит запретный город. О, Йоханнесбург. Кстати, слушайте, Йоханнесбург крут. Он дает... Города получают одно производство за каждый улучшенный тип ресурса. После сегодня индустриализации плюс 2. Это нормально, что у Кабула минус 1 сила города. Но это он превратился из этого. Причем там по фарту минус 1. Из лагеря. Ну, как бы его вот стены за 2 удара ломают каравеллы. Ну вообще за 2 удара это... Слабо. Там за один удар падает стены. Ну, я сейчас навожусь, он примерно половину показывает, что снимет. Мне кажется, и это хотя, скорее да, глюк отображения. То есть, если ты 2 удара бьешь, то это нормальные стены. Я играл в Сингву, и там было реально минус 1, и он скоро за 2 удара падал. Пойдем-ка, наверное, вот эти рыбы обработаем. Что вот это? Тут, кстати, плюс 2. А, промышленная зона. Наверное, все-таки кампус сначала. А Бруней кто там собрался захватывать? Гал. Ой, Гал, ты зря так делаешь. Кто сказал? Сосед твой? Братан, ну, извини, жизнь потрепала. Жилье, как если бы они находились у реки. Слушайте. А чё мы его не союзим?
кайф. Ну и не знаю, стоит ли в Самарканд отправлять. Вообще стоит, но там Брюней берут, может и Самарканд кто возьмет. Гал тоже запретный строит. Я поэтому и сообщил, чтобы они там на перегонки. Ну, Гал, ну давай не надо, а. Чё? Запретный. Чё, уже потратил инженера? Так у меня ж Next ходом строится уже. Эх, обидно. Обманул Гал. Да, после следующего получается. Так, стоит ли мне вниз идти? Там ничего не идти. Так, где-то я тут вроде. А, там. Слушайте, я не успею, наверное, берберским, да? К этому лагерю. О, вот еще у нас руинки. Я каперы собирают руинки, но видите, тут, скорее всего, раньше скаут Мапучи туда добежит. Пока не буду тут вырубать, потому что производство дает болото. Пока оставлю. Так, два универа, два арбалетчика. Алексей скоро Киву построит, Кисилвания. Ну все, какая выполненная получается. Ливайте. Торговцу, пожалуй, да. Я союзник Кабула. А, просто один посол там есть. Вообще, мне тут надо что-то поменять. Но мне не... Ну, только если на плюс одно золото. Вообще... Чем мы тут открываем? Иду в дипломатическую службу, да? Ну да. Мапучи не видит. Я, по-моему, тоже... А, нет, забираю. Чё дали? Гуманизм как раз, класс. Вот это очень хорошо я зашел. Эх, хороший был город государства. Да, Бандар Брюней жалко. Килу Кисилани теперь мне непонятно, как использовать. Наверное, Вильнюс Мохенджо-Даро? Очевидно. Но у меня театралок пока нету до сих пор. Слушайте, у меня денег дофига. Давайте покупать клетки и строить. Тут что я сижу, жду. Так, тут я вроде все обработал, что можно, поплыли к Халепу. Эту руинку заберу тем каперам. Сколько мне каперов сделать? 6? Хватит? Не нравится мне, конечно, там... Я, конечно, с этой стороны тоже могу каперов понаделать. В Адане, например.
Слушайте, а вот тут театралка на плюс 6. Так, я тупанул. Вот тут мне, несомненно, нужна театралка. То есть тут и не уберется никуда еда с производством. Тут всего 4 еды мне рис дает. Ой. Так что да, театралочку мы здесь поставим. Тем более, что скилл выкисевания я теперь 2 культурных планирую. Сюзеренить? Так, а я не вижу, да? Вижу, мне не дало запретный город построить, лол. Когда? А, ты же хост, да? Добрый вечер. Так, Нубия, вот то, что ты делаешь, мне сейчас не нравится. Если ты продолжишь в том же духе, то через 5 ходов у нас не будет союза, а будет война. Алексея было не слышно, Алексей. Будет война, а... Я Нубии говорю, что то, что он делает сейчас, мне не нравится. И если он продолжит в том же духе, то это значит, что через 5 ходов не продление союза, а война. Окей, не вопрос. Уводим. Пускай оно автоматически там что-то делается, а вот этим сам не надо. Не вопрос. И этот ответ не дает однозначно понять. Ну, то есть, видите, мне это ничего вообще позволяет здание в кампусах, хотя, ну, у меня нету столько веры, то есть мне это все ничего не выгодно. Блин, 31 деньга просто в Вашингтон. Вау. Так, значит, тут каперы тоже построим. И, мне кажется, с этой стороны достаточно. Ладно, пора уже тут промышленную площадь сделать. А универ просто купим. У меня тут так денег дофига. Я не думаю, что мне имеет смысл солить их. На этом пока все. Спонсоры канала «Продолжение» могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!